Здравствуйте, мои подписчики, зрители, друзья и коллеги, а также единомышленники по боевым искусствам, а также не единомышленники, но все равно коллеги по боевым искусствам. Сегодня я затрагиваю интересную тему. Меня часто, значит, обвиняют, что я, ну, традиционщики, разумеется, там, каратисты, а там особенно, что я топлю за, ну, там, ММА. Хотя сам являюсь адептом традиционного карате, вот уже на протяжении, ну, скольких, 35 лет. Стоп. Да. Нет, наврал. 32 лет. Вот. А в боевых искусствах я скоро 35 лет, как бы, вообще. Вот. И, конечно, мои самые большие спортивные достижения и вообще достижения, связанные с искусствами боевыми, они прежде всего связаны с карате. Но я очень часто критикую карате, а если быть более точным, то не карате, а каратистов, адептов традиционного карате, потому что карате у меня, в общем-то, по идее, претензий нет. У меня есть претензии к тем, кто его практикует, развивает, а вернее не развивает, а консервирует. Вот. Почему? Потому что нету прогресса. Стагнация, которая обязательно приводит к регрессу. Любая система для того, чтобы развиваться, она должна постоянно обновляться. В нее должно вливаться что-то новое, вливаться со свежей кровью. Даже тот же самый, скажем, организм человеческий за несколько десятилетий полностью обновляет все клетки. По сути, мы уже не те люди совершенно, что были при рождении. Чисто морфологически, физически, мы полностью почти заменены, ну разве кроме некоторых самих клеток, ну не некоторых, а нервной ткани. Остальные ткани практически все обновляются. Ну так вот, теперь, о, Эдвард, привет. Рад, что ты зашел. Вот. Так вот, в чем проблема с ММА? Сложный перекресток, прошу прощения. А проблема с ММА вот в чем заключается. Что ММА сейчас идет по тому же самому пути. Долгое время велись дебаты о том, что ММА не является никаким боевым искусством, а фактически это просто некий набор своих правил. И по этим правилам встречаются все, кто хотят. На самом деле прошло уже много лет, и ММА существует уже, как это ни странно, несколько десятилетий. То есть время-то движется вперед, вы понимаете, и 20 лет это, в общем-то, на самом деле сам срок. Так вот, если в самом начале какие-то промоушены и делали какие-то бои без правил, где встречались самые разные представители самых разных боевых искусств, как в фильме «Кровавый спорт», да, они даже выходили на поединки. Кто в кимоно, кто в трусах тай-боксера, кто в доги, там, в дзюдоги, кто еще в чем-то. Вот. И они действительно показывали свою школу, которая сочеталась не только по их одежде, а потому, как они вели поединок, как они принимали стойку, как они вели бой, какова была стратегия, тактика и техника. То есть отличить их между собой было довольно-таки просто. Но именно это послужило толчком к тому, что многие поняли, что часто, что самым слабым звеном, из-за чего проигрываются бойцы, является то, что они не умеют делать. То есть ударники не умеют бороться, борцы не умеют драться, и все нежданчики и проигрыши связаны прежде всего с тем, что просто человек попадал на то, к чему он не был готов. И они стали изучать эту тему. И к чему это дело привело? Сначала привело это к тому, что люди просто стали немножко подсвежать свою технику, стараясь сохранить свой там профиль, но принаблатыкаться в техниках малознакомых. Вот именно за это я и топлю. Я считаю, что можно заниматься карате, но обязательно нужно быть знакомым с техникой других боевых искусств. Желательно очень хорошо знакомым быть. Чем лучше, тем лучше. Вот. Но дело вот в чем, что уже вырастает новая генерация бойцов,
которые занимаются ММА непосредственно как ММА. То есть они приходят не в секцию ни карате, ни бокса, ни борьбы, они приходят непосредственно в ММА. И появились уже тренера из ММА, которые начинают ММА преподавать как таковой. И это, в общем-то, абсолютно правильно, если дело касается прежде всего спорта. Это да, это важно, потому что важно научить бойца тому, что принесет наибольший успех при выступлении по определенным правилам, в определенном месте. Это то, против чего постоянно топят традиционщики. Хотя у них и этого-то нет. Ну, имеется в виду контактных поединков. Ну вот. Ладно. Так к чему это дело привело и приводит? Что я вижу? Техника, она хоть и богатая, но она пришла к унификации. То есть сформировались определенные тренды, сформировалась определенная мода на технику, и бойцы стали себя вести очень похоже друг на друга. То, о чем я постоянно рассказываю тоже, что различить их практически невозможно друг от друга. Но и это тоже было бы неплохо, если бы они не обедняли технику. Если бы техника была богатая, а почерпнутая из самых разных видов боевых искусств, мы же говорим о Mixed Martial Arts, вот, то и проблем бы не было бы никаких. Но дело в том, что техника стала стремиться к обеднению. Посмотрите на современных бойцов ММА. У них уже нету совершенно в борьбе того богатства техники, которое показывали бойцы бразильского джиу-джитсу. В ударной технике мы нет, конечно, видим уникумов, которые приходят, которые владеют отличной техникой ног, как в тэквондо. У них там все это получается. Но в основе своей абсолютное количество бойцов, если посмотреть на различного рода чемпионаты, а именно спортивные чемпионаты, любительские, которые проходят на региональных уровнях, на российских уровнях, ну там российский уровень, кубки различные, чемпионаты, техника очень обеднена. Она фактически сводится к менее десятка борцовским техникам и фактически трем ударам в стойке руками и паре от ударов ногами. А даже иногда не паре, а вообще там одному. В свое время ВКФ самбо-карате, когда только зарождалось, ВУКО, так называемое, обвиняли в том, что это вообще не карате, а это спорт мавашигири и чокуцки. И это было правдой, потому что били в основном гиакуцки и мавашигири. Спорт чокуцки и спорт мавашигири. И здесь то же самое. Если раньше можно было видеть огромное богатство техники, то сейчас это богатство техники демонстрируют узкопрофильные бойцы. Те, именно которые чем-то конкретно одним занимались, в этом успеха добились, а потом расширили диапазон своей техники за счет того, что поднатаскали то, что у них есть. И это нормально. Вот они это показывают. Они когда попадают в свою стихию, борец в партер, вот он, а он, там, предположим, бразильское джиу-джитсу там изучал. Вот он там чудеса показывает, собственно говоря, борьбы. Или хороший ударник, если видит, что он начинает доминировать, и противника потряс, противника его бояться начинает демонстрировать виртуозную технику ударов с ногами. Вот. Но в основе своей сейчас техника обеднилась. Что мы видим с вами? Проход в ноги, различного рода сваливания, там, двумя-тремя вариантами. Вот. И несколько там ударов с руками, причем зачастую даже не особо техничных. Почему? Потому что ставка на отработку хорошей техники, там ударной, не делается, то есть на академичности нет. Я к чему говорю? Сейчас мне многие скажут: ага, вот Шилов, об этом речь-то и шла, собственно говоря. На самом деле нет, не об этом речь всегда сам и шла, и я от своих позиций не отказываюсь. Я начинаю, опять же, критиковать не ММА как таковой, а тенденции, куда он начинает заходить. Потому что для меня ММА никогда, по большому счету, не являлся видом спорта. Для меня это действительно вид боевого искусства. Оно и есть боевое искусство, что зашифровано в самом названии. Mixed Martial Arts. Или арт.
То есть смешанное боевое искусство или смешанные боевые искусства. То есть это с техникой из разных боевых искусств. Но суть-то в чем? Технику этих боевых искусств, которые туда входят, надо знать-то хорошо. Это не значит, что мы все намешали, там по верхушкам нахватавшись, и все делаем плохо. Нет, отнюдь. Хорошо надо все делать, и очень хорошо. Если мы учим технику ног, мы делаем хорошо технику ног. Если мы занимаемся борьбой, то осваивая даже пусть какие-то элементы борьбы не в огромном количестве, но мы должны их делать очень хорошо. Понимаете? А видится-то в основном не это. Видится следование определенного рода трендам. Я вообще заметил, что в ММА присутствует определенного рода мода на применяемые виды техник. То есть какой-то год любят, например, делать определенного рода слэмы. Есть, опять же, мода на борьбу. Потом становится мода на там, ударную технику. И даже те, кто боролся, пытаются большую часть своей поединка вести в стойке, чтобы что-то продемонстрировать. На какие-то виды ударов своими ногами. Если когда-то была очень такая тема на лоу-кик, когда был Роб Каман, Рамон Деккер. Ну, последним, кто там лупил хорошо такие там в общем, не буду всех перечислять. Не скажу, кто последний был, потому что сейчас тоже это бил. Значит, били лоу-кик. Потом что-то все захотели бить Уширо Гэрисом с разворота, да? А потом кому-то вертушка понравилась. И вот каждый считал, что надо обязательно в своем поединке применить данный вид самой техники. И это очень сильно глаза бросалось, понимаете? Прямо становилось абсолютно заметно, что вот так это и это выглядит. Либо какую-то борцовскую технику. Например, стало модно там треугольник. Стали все пытаться треугольником закончить, ну, финишировать с треугольником противника. Потом армбар, рычаг локтя там. Потом, не знаю, там колено рычаг. Да. Ну, в общем, короче говоря, скручивание пятки. И вот всем нужно было это дело сам сделать. И вот эти вот тенденции, это я рассказываю про конкретные приемы, на самом деле тенденции иногда поглобальнее бывают. Например, наведение определенного рода картины боя. Например, картина боя такая, обязательно начать на руках, но если на руках сразу не получается, вообще руки служат способом, чтобы перейти в партер. А там уже в партере нужно попытаться, если ты, предположим, там ударник, значит надо, в землю противника затоптать. То есть сам я добить, что называется, всеми способами. То есть оседлать его в маунте и задолбить. Если ты борец, значит надо сделать другую. Причем на самом деле даже и для борцов, как я говорил, тенденция такая бывает, что если ранпаунд надо было сделать, то даже борцы начинали сам дубасить руками, особо не умея это делать. И вот это к тому сам и приводит, что вот эта вот унификация, которая вроде бы позволяет действительно стать ММА конкретно совершенно отдельным видом боевого искусства, делает его на самом деле боевым искусством, ничем не отличающимся от всех остальных. Пройдет какой-то, не знаю, там пара десятилетий, и оно станет абсолютно таким же костным, ну, не в такой, конечно, степени, как уже традиционные стили, которым там, по 100 с лишним лет, вот, и даже больше. Но тем не менее, то есть там будет вот определенный набор техник, а остальные техники не будут применять во время боя, их отбросят. И даже не потому, что эти техники не будут эффективными, а именно потому, что моды такой уже не будет. Будет определенная мода на определенные ведения боя. Понимаете, вот это вот абсолютно точно. И, собственно говоря, мы сейчас и видим, что когда приходит какой-то боец из абсолютно непонятного, ну, в кавычках, направления, такого, как, предположим, КПР, то он классических, академических таких бойцов ММА нокаутирует, потому что техника необычная. Они уже привыкли к определенной технике ММА. Мы, например, сейчас запросто видим, когда начинают драться бойцы, и даже на улице драться ребята, которые умеют хорошо драться, мы сразу видим, что вот этот парень, скорее всего, занимается, значит, ММА. А как мы это видим? А то, что он становится боксерскую стойку,
начинает нормально боксировать, потом наносит какой-то пробный лоу-кик, потом ныряет под руку противника и делает самый проход в ноги, сам сваливание, пытается сверху сесть и начинает его добивать кулаками. Мы говорим, блин, ну это классическая схема ведения поединка в ММА. То есть, парень знаком с ММА. А знаете почему? Так вот именно потому, что сформировалась определенная картина поведения и стратегии ведения боя. А может так и не надо, это же она не всем подходит абсолютно, бойцам-то, понимаете, некоторым она вообще не подходит. Я говорю про общие тенденции. Конечно, масса бойцов есть таких, которые, например, зная, что им в борьбе надо не особо туда лезть, пытаются решить проблемы в стойке. Взять того же Макгрегора. Или абсолютно наоборот, взять Хабиба Нурмагомедова. Тот, зная, что его главный конек – это все-таки борьба, пытается в любом случае практически, ну, у него абсолютное количество побед в партере сам завоеван. Вот. Вот такая как бы тема. Но тенденция общая наметилась. Вот, понимаете, ММА в том его и суть, что оно не должно остановиться в своем развитии никогда. ММА это такая школа, которая никогда не должна стать традиционной. Вот основная как бы тема. ММА не должно стать традиционным. А все идет к тому, что она именно стремится к тому, чтобы стать традиционной. Я вижу этому массу признаков, которые я перечислил. Не должно этого происходить. Она постоянно должна черпать что-то новое. Постоянно должно появляться что-то новое. И не в угоду моде, и не в угоду, и... То есть, чем разнообразнее бойцы будут, тем будет лучше. Суть ММА же в чем заключается? В консолидации большого количества разного рода техник и проверка самых разных техник, самого большого количества техник на практике, как это работает, как это применяется, как это встраивается в разные схемы боевые. То есть ММА это такой некий таран, который позволяет, острие, который позволяет протестировать в контактном варианте абсолютно любые системы, направления, стратегии, тактики, техники. Вот что важно. А я сейчас вижу, что это дело пропадает. Не тестируют. То есть, есть, конечно, я говорю, бойцы. То есть, не совсем закостенело ММА. Нет, нет. Очень много есть там импровизаторов, самобытных бойцов, которые делают одно, другое, третье. Есть очень яркие бойцы. Вот, которые именно благодаря тому, что они отчасти нестандартны и выигрывают-то хорошо. Именно потому, что они владеют отличной техникой, самой разной, но ведут поединок нестандартно. Они применяют различного рода тактические схемы. Они их меняют. Они могут во время боя поменять его. Они могут применить и техники какие-то такие, которые другие бойцы не применяют, и удивить очень серьезно бойцов. И выиграть их. Те, которые уже приняли такую классическую как бы школу, значит, ММА, которую я там писал, опять же, немножко раньше. Вот. Я считаю, что этого, в принципе, допустить не надо. И вот, конечно, именно развитие спорта, с одной стороны, позволяет ММА широко распространяться, а с другой стороны, превращает его сначала в такую вот унифицированную систему с объединенной техникой. Вот. А потом оно приводит к тому, что эта техника переходит из спорта любительского в профессиональный. Да и в профессиональном она формируется точно так же сама по себе, то есть объединение. Надо всегда помнить, что главная миссия ММА и кредо в ММА – это обязательном порядке. Я просто повторяюсь, для тех, кто только что сам зашел, я вижу, стало больше людей смотреть. Значит, не становиться традиционным боевым искусством. Это всегда должна быть новация. Сколько бы ни прошло десятилетий, столетий ММА, это всегда должно быть скандальной, может, отчасти, да, должна быть новация. То есть, это всегда должен оставаться как бы новодел. Хотя он все равно становится все больше и больше школой, отдельным видом боевого искусства. Почему?
ну, отдельным видом боевого искусства по массе критериев, по массе параметров. То, что это уже действительно некий, некая школа по принципу стратегии развития своего, которую я сейчас описал. То есть постоянно внедрение чего-то нового. И стратегия заключается в том, что берется лучшее, интересное, работающее из самых разных видов боевых искусств. И обязательно присутствует в ММА как ударная техника, так и борьба. Есть удушающие, болевые и все такое прочее, все, что только можно. Единственное, к сожалению, что в настоящий момент нет в ММА, на что бы стоило бы туда ввести, это бы, конечно, бы стоило ввести туда борьбу в одежде. Вот это вот было бы еще бы очень важно. И тогда бы цены бы по ММА бы вообще бы не было. Это было бы самое правильное, что могло бы быть вообще только. Ну, в общем-то, вот так. Я эту тему разовью. Я пока набросок накидал только, на самом деле. Я статью по этому поводу напишу. А вы мне напишите, что думаете по этому поводу. Тоже. Потому что я думаю, что под таким углом немногие рассматривали эту ситуацию. Вот. А стоит, наверное. Ну, ладно. Все. Пока.